День российского студенчества объединяет всю страну. 6 миллионов студентов празднуют его вместе. Правда, отмечать этот праздник каждый может всего несколько раз за всю свою жизнь. Вот возраст, когда ты имеешь честь обучаться в вузе, самый хороший возраст, когда мы влюбляемся, занимаемся творчеством и, конечно же, как мы говорим, грызем науку. Учимся, получаем знания, которые потом по жизни становятся востребованы в различных ситуациях и помогают нам в течение всей нашей жизни. Премию «Студент года» не зря называют татарстанским студенческим «Оскаром», поскольку она ежегодно собирает в зале политиков, артистов и общественных деятелей. На конкурсе представлено 19 номинаций, охватывающих практически все сферы жизни студентов – научную, спортивную, культурную деятельность, студенческое самоуправление и многое другое. Данной номинации было очень много достойных соперников. Работа, соответственно, велась не один день, не два, не три, не неделю. Это упорная работа, которая годами строилась в нашей организации. Исполнилось 13 лет. Это большое достижение, то, что наше студенческое объединение существует до сих пор. И наоборот, не просто существует, она дальше прогрессирует. Подарки номинанты получали из рук артистов и общественных деятелей Татарстана. Победителей номинации «Творческая личность года» наградили специальные гости премии – группа «Fiesta Family». Студенчество – замечательная пора, я всегда с улыбкой на лице вспоминаю это. И, конечно, Татьянин день – это, безусловно, день, когда можно лишний раз собраться со своими однокурсниками. Так или иначе, это всегда хороший повод, всегда праздник, всегда какие-то мероприятия интересные. И когда, безусловно, проводятся такие вот премии, это тоже лишний повод порадоваться за себя или за коллег. Это здорово. Мне кажется, студентам это помогает определиться в жизни, да? В этом году на конкурс поступило 567 заявок из 18 городов республики. Но большее число оваций наград сорвал Казанский федеральный университет. Студенты КФУ стали лучшими в 5 номинациях. Но главным волнующим моментом стало объявление обладателя гран-при. Номинация гран-при «Студент года» Сирозиддинов Максим, Казанский Приволжский федеральный университет. Ура! Быть студентом года Республики Татарстан очень ответственно. В прошлом году мне удостоилось стать общественником года, это тоже ответственно. В этом году гран-при, я думаю, что это не просто на один год, а это уже на всю жизнь. Эмоции на всю жизнь и ответственность точно так же на всю жизнь. И на всю жизнь запомнится момент триумфа номинантов студентов Казанского федерального университета. Ведь каждый из них уже победитель, которым гордится не только его друзья и родители, но и родной альма-матер. Анастасия Иванова, Ленардо Валетьяров, Универ Ньюс.